читатели, ежегодно 24 мая весь славянский мир торжественно отмечает религиозный и одновременно государственный праздник – День славянской письменности и культуры. Этот праздник побуждает нас прикоснуться к истокам родной культуры, внимательно прочесть важные страницы отечественной истории, заново почувствовать родное слово, восхититься сокровищами славянской письменности и познакомиться с удивительными памятниками книжного искусства славянских народов. Наша библиотека тоже присоединяется к этой дате. Представляем вашему вниманию виртуальную книжную выставку «Вечно живое наследие». Выставка включает информацию о книгах и фотоматериалах, которые находятся в фонде Центральной детской библиотеки города Каменка. Предлагаемые вашему вниманию книги раскроют историю создания и развития славянской письменности. Из них вы узнаете о бессмертном подвиге Кирилла и Мефодия. Монахи Кирилл и Мефодий жили в греческом городе Салуни в IX веке. Младший брат Кирилл отличался большой ученостью, говорил на многих языках и на основе родного греческого придумал славянскую азбуку. Поэтому новый алфавит и получил название кириллица. Мефодий помогал младшему брату, и вместе им удалось перевести Евангелие и церковное богослужение на понятный славянским народам язык. Затем дело христианского просвещения Руси продолжили ученики святых Кирилла и Мефодия. Да будет славен майский праздник ежегодный и день святой, что подарила нам весна, когда Кирилл достопочтенный и Мефодий явили миру дорогие письмена. Те письмена, что для полета дали крылья, где чудодейственному свету нет конца. Те письмена, что к просвещению путь открыли и озарили души наши и сердца. Да будет мир под православным небосводом, да будут узы братства дружбу и сильны, да будут здравствовать славянские народы, единой верою святою скреплены.